это древнее пространство, седоглавый Кавказ, ровесник тысячелетий, свидетель судьбоносных событий. Чарующая, величавая красота гор, недосягаемые вершины стали символом гордости и стойкости кавказцев. Увы, с тех пор, как в эти края вторглись тлетворные поветрия политических козней, были посеяны семена розни, народы на протяжении веков, жившие дружной семьей, ополчились друг против друга. Массовое захоронение, случайно обнаруженное весной 2007 года во время раскопок в районе азербайджанского города Куба, будто высветило потайные пласты прошлого перед молодым поколением современного Азербайджана в постижении исторической правды. Утром 1 мая 1918 года по приказу Степана Шаумяна в Кубу вошел карательный отряд. Возглавлял его представитель Дашнак Тютюна Амазасп. Его помощником был некий Николай. Они убивали встречавшихся им на пути местных мужчин, женщин и детей, врывались в дома, истребляли целые семьи, не щадя даже грудных младенцев. Кто был Амазасп? Кто были исполнители этой расправы? Это были боевики из армянских вооруженных формирований, сражавшихся в Анатолии в составе российской армии против турок, с благословения и при содействии Шаумяна. Нанявшего этих людей за счет средств от бакинской нефти, они стали наемными убийцами, используя оружие, ранее захваченное у отходивших частей российской армии. Комиссаром их был Анастас Микоян, в свое время воевавший против турок в отряде небезызвестного Андроника в области Ван, а впоследствии занимавший высокие посты в советском государстве. История кровавой трагедии 1918 года, как увидим, перекликается с событиями прошлого. По договору между Россией и Персией, заключенному 12 сентября 1723 года, провинции Гилан, Мазандаран, Астрабад, города Баку и Дербент перешли под юрисдикцию России. 10 ноября Петр I подписал указ о предоставлении земельных участков для армян, переселившихся из названных территорий. Суть указа составляла идея о презрении милостью и покровительством армянского народа во имя христианства. 3 июня 1799 года император Павел I подписал вердикт о нелишении возможности поселения армянских меликов и находящихся в их подчинении армян на территории, именуемой Казахом. Как и во всех заключенных в тот период соглашениях, и в Туркменчайском договоре от 10 февраля 1828 года забота об армянах-христианах заняла особое место. 30 мая того же года царь Николай I подписал указ о наименовании аннексированных территорий армянской областью, и с этим указом исконно азербайджанские земли Нахчевань, Иревань и Карабах превратились в объект армянских притязаний. В 1770 году Иран и Турция уже понимали, что без грузинского государства, без буферного государства на Кавказе бороться против нового сильного русского государства было невозможно. Поэтому и Иран, и Турция договорились, как бы создать новое это государство. Начались переговоры между Ираном, Турцией и Грузией по этому вопросу. Однако армянские мелики, которые видели, что и ихняя территория, ихней государственности уже будет конец, если этот вариант образования нового сильного государства на Кавказе получится у Ирана и Турции, то места армянам уже на Кавказе не будет. Güney-Kafkaz'da ermenilerin artıp töremesi bilavasıta Rusya'nın возрастание численности армян на Южном Кавказе происходило непосредственно за счет населения, переселившегося сюда в результате войны, которую вела Россия с Персией и Турцией. Главной целью России в этой колонизации было создание некого барьера, возведение форпоста между мусульманскими странами и российскими христианами, и в этих целях очень искусно были использованы армяне.
Bu iş için həmişə hazır olan ermənilərdən çox məharətlə istifadə elədilər. Армянские историки весь мир привели в заблуждение своими демагогическими историями. В действительности же армяне пытались создать свое государство на территориях Грузии, Азербайджана и Турции. Что самое интересное, интересы армянского народа совпадали с интересами Российской империи. 1 октября 1828 года на основе царского указа с целью создания христианской буферной зоны на приграничье с Персией и Турцией, принятием в российское подданство преимущественно меликов-армян и подчиненных им сонародников из Персии, начинается их размещение вдоль Кавказской линии. Только в 1829 году на переселение 8249 христианских семей в Ереванскую, Нахчеванскую и Карабахскую провинции было израсходовано из казны 160 тысяч рублей золотом и 400 рублей серебром. Гибель великого русского поэта, посла России Грибоедова, подлила масло в огонь. При содействии придворного евнуха Шаха Фатали, ширазского армянина, две молодые женщины из гарема армянки по происхождению были тайком доставлены и упрятаны в российском посольстве в Тегеране. По призыву возмущенных этим обстоятельством фанатичных служителей культа, разъяренная толпа напала на посольство, и жертвой расправы стал Грибоедов. Персидские власти, чтобы как-то загладить последствия трагического инцидента, решили откупиться за кровь поэта баснословно дорогим бриллиантом, отправленным в Санкт-Петербург. Ирталемек istediğimiz tarih sadece 250 senelik bir tarihtir. Bu tarihe baktığımız zaman история, которую мы хотим рассмотреть, охватывает период 250 лет. Задумаемся над вопросом, почему эта история составляет 250 лет? Почему она создает проблемы между нами и армянами? Мы видим, что до этого периода османцы всю торговлю отдали в руки армян, предоставили армянам и сектор воинства. Но не военнослужащие, а занимавшиеся торговлей армяне, подпав под влияние идеологов зарубежных стран, стали дистанцироваться от нас. Истори армяне, занявшие место мусульманских купцов в христианских странах, вследствие ограничений, проистекавших из исламских законов, искали себе опору в Европе. Подаренный персидским шелкоторговцем армянином Ходжа Захаром Сархадовым царю Алексею Михайловичу алмазный трон, хранящийся ныне в оружейной палате, был выполнен в изысканном восточном стиле из слоновой кости, золота и серебра. В чем была цель этого баснословно дорогого дара? Преследовалась цель расширения армянской торговли в российских краях, завоевания благорасположения в христианском мире. Когда русские вторгались в тюркские земли, в особенности на территорию Персии, они вели борьбу против проживавших на этой территории тюрков, азербайджанцев, вынуждая их к исходу. К тому же, привлекая на свою сторону проживавших в Персии армян, призывали их к совместной борьбе. Хотел бы напомнить вам, что до российских экспансий тюркское население было распространено повсеместно. Русские и армяне, заодно уклоняясь от налогов, силой захватывали жилища. И в результате этого сегодня мы сталкиваемся с процессом миграции, именуемой исходом. Одним словом, жившие в Персии армяне, переселяясь в Ереван и ряд других регионов Южного Кавказа, вынудили тюрков, азербайджанцев, подчиниться армянской гегемонии. После переселения армян из персидского государства на территории Южного Кавказа, на территории сегодняшнего Азербайджана, в Нахичеване, в Карабахе, в Ереване появились уже большинство армянское население. То есть с 1045 года на этой территории армяне практически не жили, они не существовали на этой территории. Русские, Российская империя стремилась поселить их на исторических территориях Азербайджана и Грузии с целью создания нового армянского государства, армянской области. Действительно, это была бомба, которая взорвалась и взрывается постепенно на наших глазах сегодня,
проблемы аполитические, которые сегодня являются. Армяне, переселенные сюда в конце 19 века, можно сказать, сформировались. И главная цель России заключалась в том, чтобы использовать этих армян против Турции. В канун русско-турецкой войны 1877-78 года на протяжении турецкого приграничья была создана широкая христианская буферная зона. Россия, считавшая себя законной преемницей Византии, стала распространять свою экспансию на зону теплых морей для укрепления своей военной мощи, строить здесь стратегические базы, железные дороги. Российская имперская политика уже утвердилась на Кавказе. Разрабатывался сценарий завладения морскими проливами. В Европе были известны эти намерения России. Осознавая большую рискованность этих предприятий, дабы не раздражать сопредельные государства, Россия вела с ними переговоры. В этот момент пригодились армяне, полвека тому назад переселенные на Кавказ. На территориях Турции, хоть и разрозненно, но в достаточном множестве проживали родственники армян, которые имели положение в российской армии и чиновничестве, плюс враждебно настроенные малоазиатские греки, а также ангажированные Россией некоторые вожди курдских племен. Готовился план подрыва изнутри Османской империи с использованием этих пособников. Европейские державы, осведомленные об этих планах, также стремились использовать существующие силы. Основные принципы такой политики прослеживаются и поныне. В рассматриваемый период в Турции занимались подрывной деятельностью комитеты и организации «Гончак», «Дашнак Тютюн», «Общество Рамгавур», служившие интересам различных государств. Хотя организации имели различную направленность, они сходились в единой цели – создание армянского государства. А духовным оплотом, объединившим разношерстные силы, в том числе и действующие по принципу «цель оправдывает средства», являлась армянская церковь. В арсенал этих средств входили террор, насилие, подкупы, козни и прочие лиходейства, отнюдь не вяжущиеся с христианской моралью. В 1877 году, с возобновлением русско-турецкого военного противостояния, армяне через Патрика Нарсеса изъявили российскому царю свои чаяния. А годом раньше тот же Патрик Нарсес в Стамбуле встречался с послом Англии сэром Элиотом. После этой встречи британский дипломат телеграфировал свое ведомство. Чтобы привлечь внимание европейских государств, армяне намерены учинить мятежи и столкновения. А Патрик Нарсес с большой надеждой заявляет, если Великобритания пожелает, то Армения будет построена. В изысканиях, которые я проводила в Америке, в работах тамошних армянских писателей и ученых, я увидела, как осуществлялись армянами мятежи. В тех публикациях некто из гончаковцев и дашнаков говорит, «Мы поубиваем массу мирных турок, курдов, мусульман, разрушим их очаги, и пока они вознегодуют и окажут противодействие нам, мы возвестим Европе, что варвары, турки, мусульмане истребляют христиан, и тогда Европа услышит наш голос». С 1890 года по 1914 года, провоцируя и учиняя мятежи на территории Турции, армяне принесли в жертву своим амбициям десятки тысяч невинных людей. Черными страницами истории отмечены Арзурумское восстание, события в Самсуне, Кумкапы, Мерзифоне, Йозгате, Кайсери. Из приводимых строк армянского ашуга Бешикташяна, воспевавшего Сазейтунское восстание, перед нами возникает картина творившихся зверских расправ. В тот день в Зейтуне земля и небо застонали, в казарме аскеры возопили, воистину Бог за армян сказали, и возродилась вера армянская. Тьмы трупов турок молодых лежали, черкесы молвили «Аллах Аман», подвергли в слезы турок мусульман. Армянские бандиты, учиняя тайные убийства в различных регионах Турции, одновременно без зазрения совести распространяли ложь и измышления о мнимых притеснениях и угнетении армян, проживающих в Турции, а европейские властители, стремившиеся расчленить Турцию,
как и в наши дни, используя подобные крокодиловые слезы, как козырь, оказывали давление на турецкое государство, добивались освобождения зачинщиков кровавых событий и содействовали их бегству в зарубежные пристанища. Один из таких преступных террористических актов был совершен 26 августа 1896 года в Стамбуле, в здании Османского банка. Следствием взорванных в здании бомб явились многочисленные жертвы. Тела людей были разорваны в клочья. Было убито 900 мусульман. Среди них были и армяне. Но английские и французские покровители выручили учинивших это злодеяние террористов, вывезли их на английской яхте в Марсель и таким образом уберегли их от заслуженного наказания со стороны Абдул-Гамида. Одним из известных армянских террористических актов было организованное армянскими комитетчиками покушение на султана Абдул-Гамида 21 апреля 1905 года, когда он выходил из мечети после пятничной молитвы. Сам Абдул-Гамид вспоминал: «Когда армянские комитетчики бросили в мою сторону бомбу, все перед мечетью объяло пламя. В воздух взлетели оторванные руки и ноги. Устремившись к экипажу, я велел тронуть коней и отправился во дворец в одиночку». Армянский историк Аванес Качазнууни писал: «В свое время мы в Сивасе создали гнездо боевиков. Мы взорвали Османский банк, организовали покушение на султана Абдул-Гамида с тем, чтобы привлечь к себе внимание великих держав. И чем все завершилось? Дашнаки повсеместно пропагандировали армянский национализм и туркофобию. Посланные из Кавказа российские армяне и армянские священнослужители подогревали события. Церкви и школы превратили в рассадники злобы и ненависти. В оружейные склады. Армян, чьи социальные права в Турции были полностью обеспечены, подстрекали тактические ходы государств. Вдобавок зачинщиков коварных игр, идеологических вдохновителей нового крестового похода, в особенности царской России. Вот в чем была трагедия этих обманутых людей. Армяне на протяжении 700-800 лет жили совместно с мусульманами в Персии, не сталкиваясь ни с какими большими проблемами. Однако во время российской экспансии они, присоединившись к нападавшей стороне, включились в борьбу. Этот процесс мы наблюдаем и до, и после Первой мировой войны. А порой такая солидарность продолжается до наших дней. Из высказываний Маевского, работавшего консулом в Ване и Битлисе: «Грязные измышления о турках должны быть отвергнуты. Лучше бы Европе поменьше заниматься восточными христианами, ибо все христиане Трабзонской области совершенно довольны своим положением. Здесь есть и армяне, и греки, но нет руки Европы. Государство, поднимающее шумиху о геноциде. Если был геноцид, то какова степень вашей вины? Вас хоть заставляла задуматься такая логика?» Ведь армяне, именуемые вами многострадальной, а нами верноподданной нацией, жили вполне благополучной жизнью. Чего им не хватало? У них было все, чтобы жить хорошо. И богатство, и лавки, базары, и земли, и церкви, и даже благолепные кладбища для упокоения. Ни в каком периоде армяне, будучи гражданами Турции, не подвергались дискриминации в отношении языка, вероисповедования, волеизъявления. Никогда их социальные и политические права не попирались. Армянский писатель Мкртыч Тадян в одной из газет, воспевая этот период, выражал благодарность турецкому государству. Вновь обратимся к фактам. До Первой мировой войны и в канун ее в министерствах Турции служили 19 человек армянской национальности. 30 армян
являлись депутатами парламента. 37 человек работали на высоких государственных постах. Помимо того, спокойно жили и трудились 20 газетных издателей, 11 архитекторов, 140 чиновников, 2000 таможников из числа армян. Архитектор дворца, чеканщик монетного двора были армянами. Последний, перебравшись позднее во Францию, составил одну из богатейших фамилий. Почему же не дали возможности этим армянским богатеям жить в свое удовольствие в самой Турции за счет нажитого в этой же стране? До сих пор, внимая скорбным колоколам Цернакоперта, они с тоской думают о былых безмятежных днях мира и согласия. Но продолжают внушать своим чадам ложные представления о зачинщиках трагедии и мнимых врагах нации. Her ülkenin tarih kitaplarına baktığımız zaman görüyoruz ki o ülke için yazılmış tarih kitapları. Рассматривая историю какой-либо страны, мы видим книги по истории, написанные в духе соответствующей страны. Зачастую они отходят от правды. И эти отступления от правды сопутствуют человеческим трагедиям в нашем современном мире. Почему мы сталкиваемся с этими трагедиями? В книгах, прочитанных нами встарь, мне преподносилась история одного пошиба, русскому другого, или же нашим соседям армянам иная. Быть может, во всех трех случаях истории нас учили ошибочно, но за последствия этих заблуждений приходится расплачиваться новым поколением. В начале 20-го столетия борьба мировых держав за расширение сфер своего влияния на Ближнем Востоке достигла критической точки. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, а 2 августа был подписан договор о союзе между Германией и Турцией. С балкона Зимнего дворца в Петербурге царь возвестил о начале войны. Была объявлена всеобщая мобилизация. Кавказ всегда занимал особое место в политике империи. Под неусыпным контролем находился и Баку. Армянские магнаты, в свое время переселенные в эти края, постоянно пользовавшиеся благорасположением имперских властей, правили бал. После персидско-турецких военных кампаний, в соответствии с известной политикой, значительно изменился этнический облик региона. Русский историк Шавров отмечал, что из 1 300 000 армян, проживавших в России, 1 000 000 составляли переселенцы, принятые в российское подданство. И они были призваны проявить себя в военном противоборстве России с Турцией. Осенью 1914 года, еще до вступления Турции в ряд воюющих стран, в Закавказье с большой помпой и энтузиазмом стали создаваться армянские добровольные дружины. Число армянских волонтеров из Египта, Франции, Америки, даже армян из самой Турции, пожелавших сражаться в российской армии против турок, было достаточно велико. Чтобы представить масштабы этих приготовлений, достаточно заглянуть в издававшийся тогда журнал «Армянский вестник». В телеграмме из Болгарии, посланной 4 марта 1915 года, за номером 25167, армянский комитетчик Варандян просил содействия властей Англии для отправки 20 тысяч добровольцев. В этом документе, хранящемся в архиве МИД Великобритании, партия Дашнак Тютюн сообщает о боеготовности проживающих в Киликии армян. The Armenians, the Armenian rebels,
Армянские мятежники в Анатолии и на Южном Кавказе проявляли большую ряность. Главное в том, что численность их боевиков была чрезвычайно велика. Например, воинство, составлявшее свыше 6 тысяч человек, вело бои в арьергарде российской армии. Такие сражения могли происходить на территории Азербайджана. В Анатолии мы наиболее часто наблюдаем их исторические следы. Как видим, в ходе войны существовал и армянский фактор. Армянская политическая составляющая. Основной целью этой политики было очищение 6 турецких областей и воссоздание на этих территориях Великой Армении. 29 октября началась русско-турецкая военная кампания. Бои длились с 9 декабря 1914 до 5 января 1915 года. Русская армия имела прочные оборонительные позиции и, по свидетельству командования, знала обо всех операциях 3-й турецкой армии. Армяне, уже создавшие свои вооруженные дружины, учиняли диверсии и в тылу турецкой армии. В боях под Саркамышем в составе Кавказской армии стали действовать армянские добровольческие дружины. Их было 4 на тот момент, и действовали они весьма успешно. Я позволю себе процитировать выдержку из высказываний генерал-лейтенанта Калитина, который командовал 1-м Кавказским армейским корпусом, вышеупомянутым под Саркамышем. Цитирую. Третья дружина особенно отличилась 19 декабря, когда турки начали Саркамышское сражение, которое завершилось нашей славной победой. Бригадный командир Корсун в этой связи писал: «В результате проведенной операции телеграфные линии на Саркамышском направлении были выведены из строя. Прервалась связь армейских частей. Поэтому в густом тумане турецкие аскеры даже открыли огонь друг в друга». Сейчас мы находимся в регионе, где осуществлялся Сарыкамышский поход. Вот обелиск, возведенный в память о 97 тысячах турецких шаидов, павших в бою или погибших от мороза в декабре 1914 года. Горы, предстающие нашему взору напротив, это кряж Аллах-Акбер. Наши аскеры стали спускаться по склону и двинулись в сторону Сарыкамыша. Во время этого похода многие из них замерзли и погибли. Однако подавляющее большинство сумело спуститься, и они двинулись на Сарыкамыш и были близки к победе, готовы полностью сокрушить российские части. Но диверсанты из числа армян перерезали телеграфные линии турецкой армии с тыла, и связь была нарушена. Türk ordusunun arka hatlarını kesmiş, telgraf hatları kesmiş, irtibat kopmuş. 14 мая 1915 года, прежде чем русские войска дошли до города Вана, армянские добровольцы захватили город и за два дня с неслыханным зверством учинили массовые убийства местных мусульманских жителей. Как пишет русский военный историк Корсун, вступление в Ван русских войск под командованием генерала Назарбекова, армянина по происхождению, задержалась на 3-4 дня. Цель этой преднамеренной задержки была ясна. Надлежало дать возможность армянским боевикам довести свое кровавое дело до конца. Из военных донесений за апрель 1915 года, опубликованных в книге американских миссионеров, из иллюстрации в книге яствует, что армяне в городе Ван воевали против турок совершенно современным оружием – из окопов. В них принимали участие не только вот российские подданные, но и турецко подданные армяне. Сражались они за будущее вот Армении, предполагалось, что это будет Великая Армения. Один из дипломатических чиновников канцелярии наместника Кавказа в 1915 году, кстати, писал, а армянские дружины на Кавказском фронте в боевом отношении стоят на большой высоте, что отчасти объясняется чувством самосохранения и мести по отношению к туркам. Во время майских, июньских и июльских боев 1915 года армянские дружины выдающие себя показали. Предводитель армянских дружин Андроник, пользующийся
громадной популярности среди соплеменников, воодушевив дружины, снял турецкую осаду Вану, об этом мы говорили, да, и очистили нашим войскам дорогу к этому городу. 20 мая русскими в Ван был доставлен в качестве правителя Арам Манукян, дашнакский лидер и организатор мятежей и расправ. Под русским патронатом в Ване была установлена армянская власть. Английский историк Стэнфорд Стоун писал: «В начале войны численность армян здесь составляла 33 789 человек. С середины июля в Ване сосредоточилось 250 тысяч армян, прибывших из разных направлений. Армянскими комитетами в этом городе руководили некие уголовники по имени Шихан и Арам, сбежавшие из России, спасаясь от смертного приговора. Вокруг известных комитетчиков Андроника, Сумбата, Амазаспа, Дро, Керри сплотились сотни отрядов головорезов. Членом этого сообщества являлся и Анастас Михаян, впоследствии занимавший высокие посты в советском государстве. Армяне, захватив город, разрушили почтово-телеграфное отделение, сравняли с землей административные здания, убили 30 тысяч турок. Недавно мы проводили серьезную работу над книгой «Армянский мятеж в Ване». С этой целью я создал поисково-разведывательную бригаду. В ходе этих поисков был получен ряд новых данных и подтверждающие их документы 1914-1915 годов. Согласно источникам, объединение армянских инсургентов состоялось в 1914 году в Ване. Со стороны Российской империи армянам были переданы средства по сегодняшним денежным исчислениям на сумму около 15 миллионов долларов США. Почти вся эта сумма была израсходована на покупку оружия и создание организации. В 1915 году в составе российской армии сражались свыше 50 армянских дружин. Перед этими отрядами ставилась определенная цель – очистить Анатолию от турецкого населения и по обеспечению армянского большинства в регионе построить свое государство. Историческим фактом является признание премьер-министра дашнакского армянского правительства Хачазнуни. Зимой 1914 года словно была пора расцвета наших мечтаний. Мы опирались на Россию. Нам надлежало построить свою автономию в раздробленных областях Турции и на Кавказе. Но вражда с Турцией нам дорого обошлась. И мы, как политическая партия, не осознали, что наш вопрос не представляет интереса для русских. Они в любой момент могут перешагнуть через наш труп. Почему армяне рушили древние памятники на всех этих территориях, тогда как ныне они приписывают себе принадлежность этих памятников? Если в этих городах исконно проживали армяне, зачем же они разрушали их? Армяне, приписавшие себе памятник 1076 года, мавзолей Мамахатун, впоследствии будут на весь мир возвещать об армянской трагедии под сочувственные вздохи православных покровителей. Жители этих разрушенных городов, попавшие в руки разрушителей, были уничтожены. Уцелевшие ушли в горы и обретались там до конца войны. Одно обстоятельство остается для нас невыясненным. Хотя в российских киноархивах частично сохранились кадры хроники Первой мировой войны, где сняты разрушенные турецкие города, беженцы-турки, мы не могли найти кадров, запечатлевших какого-либо армянского беженца или разрушенный армянский дом. Попадись таковые в поле зрения русских кинохроникеров, они бы не преминули отснять эти моменты. При всем при том, российские кинодокументалисты сочли нужным запечатлеть на ленте условия содержания турецких военнопленных на острове Нарген, очевидно, движимые желанием показать гуманное отношение к ним российских властей. Однако за кадром остались факты, когда раненых турецких военнопленных по дороге под предлогом пресечения распространения инфекции армяне расстреливали и сжигали их тела.
И до наших дней на северной части острова сохранилось множество человеческих останков. Очередное наступление русских было направлено на Арзурум, которое завершилось 3 апреля 1916 года. Первые колонны продвигались вперед 5 дружин под командованием Терникагосова. Город в течение 3 дней подвергался грабежам и поджогам. Арзурум, в те времена знаменитый своим златом и серебром, стал печальной жертвой армянских грабителей и мародеров. Дома, лавки, базары полыхали огнем. Российское командование не могло унять и остановить бесчинство, одержимых злобным иступлением армянских вояк. Разрушенная Анатолия тех лет, словно в историческом зеркале отражает Карабах, разрушенный армянами сегодня. Почерк тот же. Жги, рушь, грабь, а затем вали вину на турок. Erzurum Türk soykırımı yaşandı bir şey. Bizim bugüne kadar yaptığımız bilimsel çalışmalarda bu bölgede Türk insanı tıpkı Azerbaycan'da. Как в Азербайджане, в Карабахе, Лачине, Шуше, Агдаме, Ходжалы азербайджанцы варварски истребляли своих исконных очках, также в 1918 году в Восточной и Южной Анатолии подвергалось массовому истреблению мирное турецкое население и со стороны дашнакских, гончакских, рамгавурских четников. Ocak, Şubat, Mart aylarında ki 12 Mart'a kadar bu bölge çoğun yoğun bir şekilde Türk insanı katlediyor. За 3 месяца число жертв в Арзуруме достигло 10 тысяч человек. Наши шахиды покоятся вот в этом парке. Erzurum'un muhtelif yerlerinde bu tür mezarlıklar var. Трабзон был одним из важных стратегических пунктов на Черноморском побережье. На протяжении веков в этом портовом городе жили мирно и благополучно турки, греки, армяне. Однако, начиная с XIX века, в Анатолию устремились миссионеры, преследовавшие главным образом две цели – склонить армян-григорианцев к прозелитизму и, с другой стороны, подогреть туркофобию. Таким образом, к началу 1916 года в пространстве от Трабзона до Хопа и прилегающей акватории, с учетом ситуации в регионе, возникли благоприятные возможности для антитурецких военных операций. Хотя российско-армянские вооруженные соединения натолкнулись на сильное сопротивление в боях за город Оф и понесли ощутимые потери, на последующем этапе армянам удалось воспользоваться помощью своих христианских покровителей. 7 февраля 1916 года российский военный флот, подойдя к этим берегам, подверг массированному орудийному обстрелу город Ризе с 7 часов утра до 5 часов вечера. И позднее русские, высадив десант, вступили в город. Бабам деди, 14 yaşındaydım. Мой отец рассказывал, мне было 14 лет, прошел слух, что подходят русские корабли. Из любопытства устремился к берегу. Показались море российские суда. Открыли огонь вот по этому минарету. 33 выстрела.
Но ни один снаряд не попал и не причинил ущерба. 7 апреля ранним утром в город Ризе ворвался десант. Местное христианское население оказало большую поддержку этой операции. Этот факт подтверждает и кинохроника, отснятая в тот период. Моя покойная мать была тогда новобрачной. Мать рассказывала, что, спасаясь, они бежали в село. Но и там армяне не оставили их покоя. Молодые женщины были охвачены страхом из-за нападений армянских вояк. После взятия Ризе в апреле 1916 года русскими войсками началась Трабзонская операция под командованием генерала Ляхова. Черноморский флот был приведен в полную боевую готовность. Над городом начались разведывательные полеты авиации. Как в случае с городом Ван, Трабзон также был сдан русским без боя. Возглавляемая Ляховым армия, торжественно встреченная христианами, беспрепятственно вошла в город по Арзурумскому тракту. Вот по этой дороге они вступили в город. Здесь, перед зданием Трабзонской ратуши, покинутой турецкими властями, русские войска встречали приспешники митрополита Трабзона и другие представители армянского общества. Ляхов выслушивал благодарственные речи христианских священников. На глазах у иностранных консулов, возвещавших на весь мир о невыносимых мытарствах армян в Турции, были отданы на разор имущество и достояние турок. Были разграблены библиотеки в Трабзоне. Из этих хранилищ были изъяты 444 уникальных древних манускрипта, переправлены в Россию и переданы в Петербургский Эрмитаж. Во время российской экспансии около миллиона жителей Турции оказались в эмиграции. Люди оставляли дома, земли, имущество, покидали города, вынуждены искать пристанище на Западе. Американский консул, фотографировавшийся холеными армянскими детьми, не видел этих турецких изгоев, покидавших в панике Трабзон. Эта преднамеренная глухота к чужой трагедии, продиктованная политической корыстью и псевдорелигиозной позицией, иными словами, двойные стандарты в подходе к судьбоносным национальным проблемам, остаются печальной реальностью и наших дней. Царь Николай II, придававший особое значение Кавказскому фронту, направил туда великого князя Алексея Александровича. Великий князь по прибытии в Карс посетил церковь, не имевшую никакого отношения к григорианской конфессии, и тем самым как бы продемонстрировал свою христианскую доброжелательность к местным армянам. Вот как оценивает политическую ситуацию того периода Хачазнуни с армянской колокольни. Русские нас обманули и предали. Они взяли линию на упразднение Армении и размещение там впоследствии казаков. Эта политика, как явствует из сообщений Тифлисского мобилизационного ведомства, уже не удовлетворяла задействованных на Кавказском фронте армян, составлявших 121 321 человек. Армяне, российско подданные, они были призваны по мобилизации 1914 года. Всего было призвано где-то около 300 тысяч армянского населения. Большинство из них воевало на Кавказском фронте. Армянские генералы, служившие в российской армии, обратились к Верховному главнокомандованию с ходатайством о создании отдельных армянских вооруженных сил.
Министерство обороны России не дало на это согласия. Церемонию торжественной встречи с хлебом с солью великого князя Алексея Александровича в Арджинджане была обставлена таким образом, чтобы продемонстрировать армянское большинство на этих территориях и, конечно, чувство признательности российской армии, освободительницы. Байбурт, родина легендарного Деда Горгута, жившего в VI веке, один из древних турецких городов, претерпевший злодеяния армянских националистов. Вот что пишет домой медсестра городского госпиталя, который изволил посетить великий князь в 1916 году после взятия города. 8 августа 1917 года я прибыла в Байбурт. Картина страшная. Армяне в Байбурте, находящиеся под русским командованием, зверски мучают турок. Аршак и Андроник вместе со своими людьми уничтожали всех детей в госпитале, где я работала. Посягали на девушек и женщин. Покидая Байбурт или по дороге, убили большинство детей, которых забрали с собой. Вот родные места. Вот там, в ранее увиденных нами пещерах, поубивали наших людей. Сорока восьми жителям удалось спастись. Они пытались вызволить людей из домов, подожженных армянами. Я тоже был там. Трое нас было. Пустили слух, мол, будут раздавать муку и зерно. Мы пошли. Видим, войска вводят, пожигают дома. Мы убежали. Всех убили. Не пощадили ни жен, ни парней, ни девочек. Был Андроник, был Аршак. Аршак Паша стоял во главе армянских отрядов. Эти старики Анатолии, которым перевалило за сотню лет, до сих пор вспоминают те времена с болью и содроганием. 25 октября 1917 года в России к власти пришли большевики. 16 декабря российский совнарком назначил Шаумяна, бывшего дашнака, превратившегося в верного ленинца, чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. Сей комиссар от имени Закревкома отправил в Арзурум известного своими заплечными делами Андроника Изавриева, интеллигентно титуловавшегося доктором, за ретировавшимися армянскими вооруженными отрядами. После этого варварские расправы армянских националистов получили невиданный размах. 13 декабря 1917 года солдаты российской армии в Южном регионе стали самовольно покидать фронт. 18 декабря в Арзинжане был подписан мирный акт. После заключения мирного соглашения российские войска стали покидать оккупированные территории. Но этот отход сопровождался расправами над мусульманским населением, разрушением очагов и сел. Издававшиеся в ту пору тифлисские газеты писали о группах демобилизованных солдат, превратившихся в бесчинствующие банды и оставляющих на всем пути следования от Сарыкамыша до Гюмрю руины и пепелища. Место отходившей российской армии занимали армянские вооруженные отряды. Беженцы-греки сообщали, что армянские военные части, отступавшие под натиском турецкой армии, а также вооруженные дезертиры громили встречавшиеся на пути мусульманские селения. Сжигали жилища, истребляли жителей. Так были обращены в пепелище
82 села. Провинция Карс в результате зверских расправ отрядов генерала Орешева и капитана Мовсисяна превратилась в арену бойни. Трупами безвинных жертв были усеяны земли Игдыра, Хоя, Нахчевани, Зангезура, Карабаха, где орудовали головорезы из воинства Андроника. В 1918 году Баку превратился в арену политической борьбы государств-гегемонов. Каждая из политических групп – большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, дашнаки – по-своему стремилась угодить и услужить державам, ведущим борьбу за бакинскую нефть. Председатель бакинского совета Шоумян, усердно исполняя волю большевистских вождей, не забывал, однако, и о своих дашнакских единоверцах. Над Баку сгущались тучи. В канун мартовского побоища Баку заполонили армянские солдаты. С выходом России из Первой мировой войны и упразднением Кавказского фронта армянские солдаты с оружием в руках усеяли территории вдоль Закавказской железной дороги. В Баку их численность тогда превзошла 4000 человек. Кроме того, в рядах армии, подчинявшейся Баксовету, находились около 6000 человек. Накануне мартовских событий город жил гнетущим предчувствием трагедии. Баку напоминал пороховую бочку, и достаточно было искорки, предлога, чтобы последовал взрыв. Бойня, учиненная армянами, начатая 30 марта 1918 года в 17 часов вечера и длившаяся три дня, вошла в историю как одна из ужаснейших страниц вандализма. По сигналу дашнакского порта Геноса Саакяна российские корабли, стоявшие на рейде в Бакинской бухте, подвергли город артиллерийскому обстрелу. Морякам донесли ложное сообщение о том, что в городе якобы истребляют русских. Таким образом, дашнакская партия провернула свой план истребления мусульманского населения Баку, то есть азербайджанцев. Убивали людей, жгли дома, учиняли погромы. Результаты мартовской бойни известны. Свыше 12 тысяч убитых мирных жителей, тысячи сожженных домов, принадлежащих мусульманам. От уникального здания Исмаилия до редакции газет «Каспий», «Ачехсес», школы, мечети, магазины, лавки. Ущерб, нанесенный имуществу мусульманского населения, по самым скромным подсчетам, исчислялся суммой свыше 400 миллионов рублей. Мусульмане, спасаясь от головорезов, бежали в окрестные селения, уходили в горные районы. Эта кровавая бойня проводилась под лозунгом борьбы большевиков с мусаватистами. Между тем, армянский духовный лидер Баграт в лживом сообщении американскому генералу Харборду заявлял о непричастности армян к этому массовому убийству. А по существу эти расправы осуществляли по отмашке того же Шоумяна, армянские боевики, добровольцы, участвовавшие в российско-турецкой военной кампании на стороне царского воинства. Дашнакский лидер Качазнуни отражал правду, когда откровенничал. В марте 1918 года в Баку большевики с нашей помощью разгромили мусават. Ход событий показал, что в мартовских погромах главной целью было полное физическое истребление всех бакинских мусульман, завладение их имуществом и укрепление позиций пробольшевистских армянских сил в городе Баку. В Баку царил хаос.
Здесь сталкивались интересы империй, стремившихся прибрать к рукам азербайджанскую нефть. Россия, Англия, Соединенные Штаты стремились утвердить здесь свое влияние. Пока шли политические передряги, нефтяное хозяйство катилось к разрухе. Нефть из фонтанирующих скважин из-за прервавшейся транспортировки и перегрузки емкостей сливалась в Каспий. В ту пору 4 миллиона тонн черного золота поглотило море. Сведомо и при очевидном содействии руководителя бакинской коммуны Шоумяна, антиазербайджанская линия с дашнакской начинкой продолжалась. Бакинская бойня имела кровавые метастазы в Шамахе, Кёхчае, Нефчале. Исполнителями были армянские отряды во главе с такими испытанными туркофобами, как Андроник, Амазасп, Хайк, Дро. Хотя документы об этих массовых убийствах и их зачинщиках и исполнителях с достоверными фактами, выявленными Азербайджанской чрезвычайной следственной комиссией, были отправлены делегатам Парижской мирной конференции, реакции не последовало. 27 мая 1918 года грузинские и азербайджанские депутаты Закавказского сейма в Тифлисе заявили о независимости Грузии и Азербайджана и выходе из сейма. Армянские депутаты воспротивились этой инициативе. Почему? Не они ли трубили на весь мир о своей борьбе за построение собственного государства, о понесенных жертвах, о пролитой крови на этом пути? Но не получилось у них с построением государства по причине отсутствия территории с преимущественным национальным составом населения. Армянские депутаты вновь озвучили заветную идею, апеллируя к праву нации на самоопределение. Азербайджанские депутаты пошли на исторический компромисс, согласившись с предложением о создании армянского государства со столицей Ереван. Краткая справка об истории города Ереван, ныне Ереван. В исторических источниках нашли отражение факты, свидетельствующие о том, что на рассматриваемых территориях издревле жили тюркские племена и имели свои государственные образования. Старожилы этого города помнят времена, когда они и их предки переселялись на эти земли из разных краев. В 1431 году киликийские армяне выкупили у правителя династии Акгоюнлу Ягуб Паши за 525 динар местечко Учкильсе, Эчмиадзин, и перенесли сюда свой духовно-религиозный центр. С той поры развернули деятельность по освоению, вернее присвоению, окрестных земель и христианизации региона. После объявления Еревана столицей республики Хаястан начались черные дни для коренных жителей города и региона, азербайджанцев. Процесс их вытеснения с исконных земель продолжался и после советизации. На протяжении советской истории всяческими ухищрениями и политическими ходами армянские власти пять за пятью отхватывали азербайджанские земли, перелопачивали исторические памятники, переименовывали азербайджанские топонимы. Словом, приармянивали историческую память. Это происходило из столицы Хаястана. Депутаты сегодняшнего армянского парламента хорошо знают, что земля под занятыми ими креслами была встарь детским кладбищем, и под аллеями, улицами, ежедневно посещаемыми ими, таятся руины мечетей, медресе, камни ханских дворцов, бекских особняков, караван-сараев, останки древних кладбищенских захоронений. За считанные годы были стерты с лица земли памятники культуры азербайджанского народа, создававшиеся веками. 211 мусульманских сел Ереванской губернии были сожжены. 80 тысяч жителей Еревана азербайджанцев были вынуждены покинуть родные очаги. Как мы отмечали, и во время существования Советского Союза жившие в Армянской Республике азербайджанцы неоднократно подвергались принудительному переселению. На сей раз не под угрозой смертельной расправы силой оружия, под формулой депортации на основе несправедливых вердиктов высшего партийного руководства страны. Сотни тысяч азербайджанцев были депортированы добровольно в Азербайджан либо же в Среднюю Азию. Все шло к созданию моноэтнического, бестюркского элемента армянского государства.
распадом Советского Союза в результате прямой агрессии Армении были оккупированы 20% территории Азербайджана. С исконных мест проживания изгнан 1 миллион азербайджанцев. Никогда, ни в каком регионе, не составлявшие этнического большинства и не имевшие своей государственности, армяне в 20 веке превратились в настоящих чудовищ. Варварски ретушируя историю, они с маниакальным упорством муссируют идею геноцида 1915 года, тщательно замалчивая первопричины этих трагических событий. Набившие оскомину разговоры об армянском геноциде и бесчисленных жертвах почти 100 лет способствуют последовательно раздуваемой ксенофобии, туркофобии, всякий раз перерастающей в кровопролитные расправы над мирными тюрками. Колокола Цицернакоперта не могут заглушить стоны и плач осиротевших детей карабахского поселка Ходжалы, рассеять пепел сожженного дотла азербайджанского села Баганис-Айрым. В Азербайджане, где еще не зарубцевались раны, нанесенные большевистско-дашнакским воинством, на исходе 20 века разразилась новая трагедия, связанная с агрессией Армении и захватом азербайджанских земель. Похоже, сегодняшние многострадальные соседи продолжают следовать призыву своего обожаемого Андроника, лавры которого обильно политы турецкой и азербайджанской кровью. Жги, рушь, очисть край от турок. Территориальная целостность Азербайджана нарушена. В результате политики этнической чистки, осуществляемой армянами против азербайджанцев, свыше миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев, переселенцев. Азербайджанские территории полностью разрушены. Наши мечети, могилы, здания сравнены с землей. Никто не реагирует на это. Никто за это не наказывает Армению. Перед нами остается выбор, что мы должны делать. Мы уже 13 лет стремимся вести мирные переговоры, чтобы восстановить свою территориальную целостность. Но если увидим, что этого не происходит, мы будем вынуждены прибегнуть к другим способам. Да. Карабах – кровоточащая рана всех нас. В результате этой неправедной экспансии около миллиона наших сонародников оказались в собственной стране в положении изгнанников. Сколь эта горькая картина терзает сердца всем нам, в той же мере являет очевидную несправедливость, на которую не могут закрывать глаза международные организации. Несмотря на серьезные мирные призывы государственных руководителей и политических деятелей Азербайджана и Турции, Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ и Организация Объединенных Наций не смогли предпринять решительные и действенные шаги в мирном решении проблемы. Так ли уж трудно выявить правду, как она есть, назвать вещи своими именами? Отнюдь нет. Нет необходимости подолгу ломать голову для того, чтобы взглянуть правде в глаза. Просто надо иметь мужество и добрую волю, чтобы объективно, непредвзято и справедливо разобраться в истоках трагедий, происходивших на протяжении 2 столетий, и водворить прочный мир, который обеспечит достойную, созидательную жизнь народам без территориальных аппетитов и опасной игры с огнем.